краска, игла и боль. Только краска, игла и боль. Только краска, игла и боль. Комментарии. Где нашла? Все. В этой. Прошу. Украсть меня хотела носок. Да, ты свободен. Я вообще, в принципе, свободный, понятно? Ну-ка, скажи, Андрей свободный? Нет. Как-то нет. Девочки, звоните. Да, Настя? Угу. Прощайтесь с жизнью сразу. Анастасия, что ты там делаешь? Ну-ка, покажи. Я сейчас кушу. Ну, а что? А вдруг ты воруешь? Жулик, не воруй. У себя же? Да. Я пошел обуваться. Мы с Настей приехали на ВДНХ, и это вот код него, собственно, сам. Как у тебя настроение сегодня? Плохое, очень холодно. Да, на самом-то деле много туристов, разных всевозможных. Красивое вот это вот. Жалко, на Осмо нет зума. Сейчас можно было бы снять. Идем. Это памятник Ленина, да? Идем к какому-то памятнику. Вроде бы это памятник Ленина. Холодно вообще очень сильно довольно-таки. Снег фигачит. Сегодня воскресенье, народу много. Туристов тоже. Вот. Поближе подойдем, сниму, покажу, что это. У меня в глазах снег. А вон там Останкинская телебашня. Мы сейчас на нее пойдем. Билет стоит на Останкинскую телебашню в 1500 для двоих. Не говори, почему. Это Ленин. Наверное, они даже подписывать памятник не стали, потому что все и так знают, кто это. Мы недалеко от музея космонавтики. Тут вот такой вот замечательный памятник. Над моей головой как бы торчит. Красивое небо. Вон, Настя. все выше и выше. Тут Wi-Fi почему-то медленно так работает. Страшно. Блин, Настя, страшно. Блин, понимаешь, что ты тут? А в камере не выглядит так страшно, как в жизни. Ой, я пойду лучше. Настюша. Вот мы и на башне. Тут так прикольно на самом деле. Очень страшно, очень захватывающе, прям так классно. Мне кажется, если тебя просто здесь вот так толкнуться, испугаешься. Вообще очень круто и очень страшно. Самое забавное, что здесь на вот этих вот смотровых штуках банк открытия, реклама.
Вон там вдали Москва-Сити. Настя, видно Москва-Сити? Вон там. Настя вот уже кушает. Мы посетили легендарное заведение, которое называется «Седьмое небо». Фишка в том, что здесь двигается пол. Мы едем. Нет, это понятно, но вот тут ярко выражено то, что пол едет. Мы двигаемся с каждым разом все быстрее. Москве. Что бы ты там себе не пел, мне плевать, я сажусь за руль Шайен Пен. И чтобы ты потерял до речи, я буду бить тебя бесконечно, но не набью тебе бесконечность. Ты не забор, бро, запомни ты, я забиваю как проклятый, но нет, не иероглифы. Твоя тёлка тут будет течь, будет со мной самые лучшие иглы. Тату, эйч, 9 игл входят в тебя как буллет. Ты никогда этого не забудешь. Твоя тёлка со мной, мы не смотрим кино. Тёмная комната на моей шее, клипкорд на полкило, и он весь, сука, из золота. Краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль.